Широкий спектр медицинских услуг с индивидуальным подходом к каждому в зависимости от травмы. В самарском санатории «Волга» проходит восстановление участники СВО. Среди них младший лейтенант Максим Девятов. Он попал на реабилитацию после минно-взрывного ранения. Дрон «Камикадзе» прилетел под ноги, посекло ноги, несколько переломов. Ну, сейчас последствия, можно сказать, проводятся восстановительные мероприятия по восстановлению малоберцового нерва и по восстановлению подвижности после перелома, потому что в долгом положении нога находилась неподвижно и идет небольшая атрофия мышц. Удерживая позиции, Максим спас 14 военнослужащих. В декабре прошлого года президент вручил ему звезду героя за мужество и героизм, проявленные при выполнении боевых задач. Сейчас офицер восстанавливает силы. Процедур очень много, ну, везде успеваю, все грамотно расписано, то есть распорядок дня прям четкий. Все процедуры в основном до обеда. После обеда идет свободное время, тут большая территория, гуляем, выход на пляж, пожалуйста, то есть либо в город, ну, кому хочется. Место на самом деле шикарное, мне очень нравится, первый раз в таком месте. Прийти в форму помогают лечебная физкультура, физиотерапия, массаж, водолечение и многое другое, в том числе психологическая помощь. Один из методов – погружение в виртуальную реальность. Пользование виртуальной реальности вообще позволяет воздействовать на эмоциональную сферу пациентов. У ряда пациентов возможны изменения в соматическом характере за счет активных движений в рамках игрового контента. Клинический санаторий «Волга» – филиал санаторно-курортного комплекса Приволжский центрального военного округа. Является одним из старейших и передовых в России центров медицинской и медико-психологической реабилитации. Оказывает пациентам высококвалифицированную помощь, добиваясь максимальных результатов в восстановлении здоровья. Военнослужащие не только проходят курс лечения, но и отдыхают, набираются сил и подготавливаются к возвращению на службу либо к гражданской жизни. Светлана Кудрявцева, «События».